Кабардинка от центральной аллеи, если через парк крокодилов идти, каньон крокодилей. В этом направлении есть прикольный заброс детского пионерского лагеря с 80-х годов. Экскурсовод вчера сказал, что он не охраняется. Попробуем попасть. Вот он и он, судя по всему. Дорожка в горы пошла. Это, походу, он и есть. Огороженный, заброшенный лагерь. Ну, пройдем еще дальше чуть-чуть, убедиться. Дальше вдоль по набережной еще один поворот на стоянку. Дорожка в горы. Отсюда видно большое здание с кондиционерами. Возможно, жилое, но не факт. Лес, красотища, горы. Какие-то несущественные тропинки. Будем двигаться дальше вдоль по набережной. Оказывается, заброшенный лагерь находится намного дальше. А это был оздоровительный лагерь «Надежда». Это, прямо так скажем, по всем признакам похож на заброс. Заброшенный пионерский лагерь «Восток». Вход здесь открытый. Попасть на территорию вроде бы, как говорят, не охраняется. Но это не точно. Первое, что можно увидеть, это постройка. Судя по всему, душевая, либо туалет. Туалет. Ничего примечательного. Вот он. Первые забросы. Ребята, это Восток? Да. Заброшенный, да? Да. А тут, говорят, не охраняют его, да? Нет. А есть тут что-нибудь интересное посмотреть? Ну, вот только заброшку, что полазить. А, вы полазить?
Понятно. Там осторожно надо. Хорошо, спасибо. Актовый зал. Пережитки советской эпохи. Стеклянный потолок. Какие-то хоть постройки. Там, кстати, это самое, ребят. Там наверху решетка проваленная. Если будете лазить по крыше, да не провалитесь. Не ходили, выход на второй этаж. Так, да будет свет. Подвал, бомбоубежище. Круто. Двери еще целые. Гастрономия в холодильнике. Сортир. Куча разных комнат. Шикарный был санаторий для деток «Восток». Похоже на лифтовую. Стекла, грязь, медные катушки, отсутствие от холодильника, карты, шприцы, есть чем поживиться. Сказка, кафе-бар. Кто-то тут даже жил.
кто-то живет. Довольно-таки не кисло. Черное море, курорт, все красиво, все включено бесплатно. На крышу мы не полезем. Отважные, конечно, но не настолько. Один объект. Сейчас направляемся ко второму объекту. Не знаю, открыт он или нет. Он находится рядом. Вверху, походу, еще какие-то сброшенные здания. Оставим их на следующий год, где можно будет побродить, повыше подняться. Там еще два здания жилых когда-то были. Пауки, яблоки. Вот вверху еще одна стена, и там пару-тройку зданий. В принципе, то же самое по интерьеру. Жалко, что такое место забросили. Но если бы не забросили, смысл был бы сюда идти. Вот они. Раз, два, три здания. Бассейн либо фонтан еще был. Кто-то жарил шашлыки. Вот крыша здания, туда, куда мы попали.
еще какие-то ходят построечки. Котельные, возможно. А может быть просто обычный дом. Похоже на какой-то отдельный частный дом. Гаражи. Боксы. Тоже какие-то хозпостройки. Вот такой вот он интересный детский оздоровительный лагерь «Восток». Сейчас у нас 17 сентября, на улице плюс 32, вот центральный вход в пансионат, в детский оздоровительный «Восток».
все. Ставили три здания на 2018 год. Если кому-нибудь будет интересно, пишите, приедем, посмотрим, погуляем. Если кто-то будет здесь, выкладывайте свое видео. Выход к морю. Подъезд. Наверное, что-то будут строить. Какую-нибудь очередную базу отдыха. Детский лагерь. Центральную набережную, центральную аллею, где-то полчаса ходьбы до Востока.